Основная цель и задача конкурса состояла в том, чтобы выявить лучшие практики и методики краеведческой работы с молодежью. Поэтому, когда мы задумали этот конкурс, мы понимали, что мы его нацеливаем не на некое профессиональное сообщество, только лишь на педагогов или на сотрудников библиотек, а в общем и целом на всех энтузиастов своего дела, которые занимаются краеведением и вовлекают в эту деятельность молодежь. Со временем, а уже у конкурса есть своя история, это четвертый год он проводится, мы поняли, что уникальность методика состоит в том, что это как раз-таки люди самых разных профессий и занятий. Это и педагоги топ-образования, и учителя школ, просто волонтеры, те, кто занимается историческим туризмом. И мы поняли, что главное здесь критерии оценки работ – это их уникальность, это их авторство, это их неповторимость. Это некая модель, которую впоследствии можно брать за основу и транслировать, работать с ней в других регионах, как полезный опыт. И, конечно же, к детям огромная любовь и терпение, которые они передают своим детям, вовлекая их в творческий процесс краеведческой работы молодежи. Это либо учеников, либо воспитанников, либо просто детей, которые живут рядом. Хорошая, полезная встреча. Встреча, я уверен, придающая силу, уверенности в будущем всем ее участникам. Здесь собрались единомышленники, люди, которые делают очень много для своих учеников, для своих регионов, для всей нашей России в конечном счете. Я счастлива, что я оказалась здесь. Огромное спасибо организаторам за предоставленную возможность, потому что я, в отличие от большинства коллег, не так давно занимаюсь краеведческой деятельностью. И поэтому опыт, бесценный опыт, которым здесь делятся коллеги, я бы сказала, что это лучшая награда для меня. Сегодня я необычно присутствую уже как жюри, хотя в двух конкурсах всероссийских я участвовал как участник. И, честно, волнуюсь не менее, вот как и раньше. А сам город Великий Новгород для меня это символ России. Место действительно просто выбрано не просто историческое, а символическое. Организация великолепная, выступление. Для меня очень важно услышать и новые, потому что вот это общение всероссийского значения, где собираются сегодня лучшие, вот, не просто и краеведы, и экскурсоводы, учителя. Я очень благодарна историческому обществу за предоставленную возможность побывать в столь красивом месте, где собрались единомышленники, краеведы, люди, которые очень любят свою родину и свою малую родину, и всю нашу большую Россию в целом. Я, например, получила массу новых идей, которые постараюсь воплотить у себя на своей работе со своими воспитанниками. Я работаю в школе, где детей всего 103 учащихся. Но и рада сегодня представить на такой большой аудитории нашу совместную ступень работу. Еще в студенческие годы я участвовала в археологических экспедициях, писала научные публикации, статьи. Ну, поскольку я учитель физкультуры, то моя задача – это километры и различные маршруты. Иногда они путают вещи Олега и Александра Невского, а некоторые даже не знают девичью фамилию своей матери. Ну а как правильно тогда подать информацию, чтобы она была усвоена и нашла отклик? Я работаю в Национальной библиотеке Карелии. Как правило, моя деятельность связана с проведением просветительских программ для разных категорий населения, чаще всего для ребят. Сегодня для децентрализации очень важно рассказывать детям об истории просто, динамично, интересно. И ответственное за важнейшее направление деятельности всей библиотечной системы Слудянского района – это библиографическое и краеведческое направление. Старт
конкурса 2022 года был дан в январе этого года. И конкурс проходил через несколько этапов. На первом этапе собирались заявки, а всего их в этом году было подано 406 из 8 федеральных округов в общем и целом. На втором этапе происходил отбор этих заявок, и в полуфинал конкурса вышло 203 замечательных работы. На каждом этапе работало разное жюри, и были разные оценки проектов для объективности. И вот, наконец, на третьем очном этапе, финальный тур, 24 проекта. Из 8 регионов были 3 финалиста определены, но поскольку заявок хороших оказалось очень много хороших работ, то было принято решение отметить некоторую часть финалистов, которые не попали в призовой фонд, а я хотела бы сказать, что первое место в этом конкурсе оценивается премией в 150 тысяч, второе место – 100 тысяч, и третье место – 50 тысяч. Вот, к сожалению, призовой фонд уже был исчерпан, и мы приняли решение еще отметить дополнительно лауреатов конкурса, ввести такую номинацию. И так родилась идея проведения фестиваля, вот такого многодневного торжества краеведения. А инициатива проведения именно в Великом Новгороде, была принята нашим руководством. Значительный потенциал замечательных проектов, которые мы не смогли оставить без внимания, сегодня будет демонстрирован вам в рамках этого круглого стола. Это испытали огромный прессинг, и как раз-таки история в 1934 году была возрождена, как история партии. Уже как история партии, которая больше думала о будущем. Есть какие-то, конечно, темы, которые, наверное, можно было бы, допустим, озвучивать, какие-то новинки. 30 объектов у нас расположены таблички с QR-кодами, где любой желающий может узнать историю того или иного памятника, хоть скульптура, хоть архитектура. Во-первых, это опыт общение и открытие, когда мы видим, что не каждый из нас варится в своем краеведческом соку, да, есть множество людей, которые раскрывают свой край с неожиданной стороны, изучают его. Мне очень понравились выступления мужчины, который преподает физкультуру, одновременно с этим с детьми ездит по своему родному краю, это Нижегородская область, и устанавливает в селах, которые уже почти вымерли, но ставит памятные доски участникам Великой Отечественной войны. Или выступление представительницы Карелии. Какие же красивые книги. Дети, которые будут раскрашивать, читать эти книги. Я понимаю, что вырастут людьми, которые действительно любят свой родной край. Путешествие по Новгородскому Кремлю мне, как учителю истории, было чрезвычайно волнительно прикоснуться к истории начала Руси. Здесь оживает, по-настоящему оживает. Памятник тысячелетия России, когда стоишь перед ним, ком в горло подступает, вся Россия в одном, триедином, потрясающем колоколе, да, сердце просто замирает. Но тут столько было интересного, день был настолько насыщенный, яркий. Еще я из таких далеких краев, с Камчатки, мне перемена времени, мне было тяжело. Это создает особое впечатление, то, что мы находимся в исторических зданиях. Здесь все пропитано духом России, здесь все пропитано историей России. Это настолько эмоционально отражается в душе, что вот здесь вот эти стены помогают ощутить, что ты часть Великой России. Это так здорово, что именно в этих помещениях организованы все наши мероприятия. Краеведение – это какая-то особая атмосфера, это особая когорта людей, которые вовлекаются в эту работу. И вот этот фестиваль продемонстрировал душевность, атмосферность и собрание энтузиастов, которые занимаются исследованием истории своего родного края вместе с своими молодыми воспитанниками, учениками. И как раз-таки это подчеркивает то, что они не одиноки. То есть, понимая, что таких людей в России много, есть возможность их объединить и помогать. Конкурс «Краеведение» не привязан к какому-то профессиональному принципу. Он привязан только лишь к одному единственному принципу – любви к своему краю, к истории родного края и любви к детям. Это, наверное, два самых
речь, а смысл этих тех мероприятий, которые проходили на протяжении нескольких месяцев, в том, чтобы в первую очередь сказать спасибо, поблагодарить людей, которые любят Родину, любят малую Родину, любят детей, передают им себе знания. Сейчас, когда происходит во всем мире масштабные исторические изменения, очень важно сохранять чувство собственного достоинства, чувство ответственности за страну перед прошлыми и будущими поколениями. Мне очень повезло, потому что я приехала за день до начала фестиваля, поэтому у меня была возможность погулять по этому городу, по набережной, проникнуться духом этого города, его сооружениями, памятниками, природой. Погода, конечно, была пасмурная, но серая, влажность присутствовала в воздухе, был небольшой туман. Но, знаете, здесь очень тепло и уютно, и это просто... Я рада, что у нас есть такая возможность, что у меня есть такая возможность быть сегодня здесь, в этом прекрасном городе, полном такой истории. Вав, здесь буквально несколько дней я увидел, что на самом деле я не один такой в стране, то есть человек, который продвигает краеведение. Я увидел огромное количество разнообразных методик и практик, которые я могу взять в свою работу и применять их при показе своих мультфильмов или при разработке сценариев, или там при показах, при послепоказных моих разнообразных там активностей с детьми, да. И это все можно себе взять, и это очень классно. Хотелось бы сказать организаторам огромное спасибо за то, что они делают, и очень надеюсь, что они будут это продолжать делать в дальнейшем. Каждый год по завершении конкурса у нас формируется краеведческое сообщество финалистов, лауреатов, энтузиастов каждого года конкурса. 19-го, 20-го. У меня уже есть такие 4 группы, которые мы формируем. Но сейчас, сегодня, вот в этой атмосфере праздничной родилась идея проведения большого фестиваля. Может быть, она реализуется. На следующий год у нас уже небольшой 5-летний юбилей, и мы соберем всех наших замечательных финалистов, подвижников за вот несколько лет конкурсной работы. Все они общаются, дружат, обмениваются методиками краеведческой работы и идут по жизни вместе. И вместе с нами, конечно, с Российским историческим обществом, Фондом истории Отечества, приходя своими детьми и в другие наши проекты, что очень приятно.